Трое чеченцев во Франции спасли пожилого человека из горящего здания. На юге Парижа в городе Монтерео-Фолт-Ионне возник пожар, который быстро распространился с первого этажа по седьмой. До приезда пожарных трем чеченским парням удалось спасти пожилого мужчину, взобравшись по балконам. На видео, распространившемся в соцсетях, видно, как молодые люди, рискуя собственной жизнью, спасают пострадавшего через балкон. Écartez-vous! Vous sortez tous! Écartez-vous! Que personne ne vous sorte! Vous sortez tous! Vous sortez tous!